Совершенно уникальный случай, это я вам говорю как медик, да, у которого 40 лет стажа. Я попала в неблагоприятную ситуацию, да, и от этой ситуации у меня произошел нервный срыв. Я ехала в маршрутке к доктору и просто потеряла сознание, у меня потерялась речь, в общем, я получила инсульт, тяжелейший инсульт. И благодаря жителям нашего города, это врач, который оказывал мне первую помощь, и который совал мне в рот таблетки, да, это сотрудники полиции, которые вызывали, не могли вызвать скорую, вызывали машину МЧС. Это врачи скорой помощи, которые тут же подключили меня к капельнице, именно уже в скорой помощи МЧС, да. Это врачи нашей знаменитой больницы ЗИП, врачи реанимации. Венера Николаевна, это врач от Бога, это молодые врачи, которые пытались меня спасти, потому что я была в тяжелейшем состоянии. И вот, как видите, я вот сейчас хожу, двигаюсь, разговариваю, даже пытаюсь дома работать, да, ну, в общем, я восстановилась. И я хочу обратиться на сайт «Блокнот», найти этих людей, чтобы сказать им спасибо, сказать жителям города Краснодара, насколько я их люблю, насколько благодарна от меня, от нашей семьи за спасение мое.